Эту премьеру ждал весь Казахстан, а Акан Сатаев наконец-то презентовал свой фильм «Дорога к матери». Двухчасовая лента рассказывает обо всех лишениях, которые пришлось пережить казахскому народу. Клеймо «Враг народа» на главном герое и его непоколебимая вера в людскую доброту и любовь. Ильясу Ерсаинову пришлось пережить множество лишений, прежде чем вернуться к матери. Режиссер показал сложные периоды 20 века с помощью наших персонажей. Думаю, это фильм, который стоит посмотреть, чтобы почтить тяжелое прошлое и возрадоваться нынешним дням. Мы покажем, как тернист был путь к независимости. К съемкам данной картины творческая группа подошла со всей серьезностью, хотя работать порой было действительно очень тяжело. Погодные условия иногда были очень неблагоприятные, было очень жарко, а зимой слишком холодно. И при этом мы же снимали в нескольких странах – в Белоруссии, Азербайджане. Кстати, фильм помог понять прежде всего самим актерам, насколько тяжелым был период для казахского народа. Когда в сцене участвовали 500 человек, я ощутил весь кошмар войны. До этого я ни разу не принимал участие в таких масштабных военных сценах. Мне было очень интересно. О любви, которая дает силы в самые темные времена, в фильме «Дорога к матери». Смотрите во всех кинотеатрах с 29 сентября.